Я прям на стриме полностью побреюсь. Да что ж ты тогда свои усики подбриваешь, а не отращиваешь? У меня нет. Да, да. У меня я ролики смотреть не буду. О, это моя девочка. Вот. У нее крылышко отпало, но это не ладно. Блин, подожди, я сейчас тоже похвастаюсь, я тут откручу кое-что. Подожди. Сейчас, надо... Это все Шинобу? Это, ой, это вот две фигурки Шинобу. Это Незука с Танжиро и... Ой, Ренгоку. И вот еще Аказа вроде бы его зовут, я забыла. А как его зовут, я не помню. А как его зовут? Это какая? Четвертая, третья луна? Это, по-моему, третья. Вроде третья, да. Вроде третья. Сейчас, подожди, я тут, во-первых, я открою шкаф, очень важный. Смотри, вот я, видишь, я снимаю стекло, и я достаю то, что... Я уверена, все пописики хотят себе такое. Смотрите, что у меня есть. Какой! Это какой! Прям, да. Он стоит у меня в компьютере. А это с какого аниме? А это аниме про человека, который сначала работал в шахте, а потом стал блогером. А, про блогера аниме, понял. Он еще, короче, жизни очень хорошо учит. Ну такое себе аниме слышал, не советую смотреть. Он дал самый главный совет по жизни — не общаться с тарологами. С тарологами, да. О, да. Это одобряю, это одобряю. В смысле, это ты не готова? Это подсох уже не чувствует, ребята, все, не хайп. Ты каждый... На каждом стриме одна и та же проблема. Ты знаешь, что сегодня стрим. Ты знаешь, что надо быть моделью Мисс Вселенной сегодня на стриме. И ты каждый раз не готова. Я не знала, что нужно было быть сегодня Мисс Вселенной. Надо! Все, давай включайся уже. Да я сегодня как какашка выгляжу. Ты каждый день как какашка выглядишь. Неправда. Ну, в смысле, это не я так говорю, это она на каждом стриме приходит и каждый раз говорит, я как какашка выгляжу. А, кстати, подожди, я тут буду нет, я хотел показать, подожди, жулик плей. Я хотел показать то, что он побрился, но у него уже все отросло за пару дней. Видели бы его 5 дней назад. Чат, короче, надо бриться. Давайте челлендж какой-то. Я прям на стриме. Нет, пожалуйста, тебе я прям не надо. На стриме полностью Натаха, побреюсь. Если смотришь стрим, приветик. Не надо тебе. Все, чат, прям на стриме бреемся. Да у меня все за 5 дней отрастет, Натах. Не надо, пожалуйста. Это будут самые ужасные 5 дней. Самые ужасные 5 дней. Я ролики смотреть не буду эти 5 дней, понимаешь? Ты столько, ну ты упускаешь зрителей. Ну видела бы ты Ярика. Ух, какой молодой человек был, такой молодой сразу. Старые фоточки в ВК. Ну, с бородой и усами лучше. Так. Да чё ж ты тогда свои усики подбриваешь, а не отращиваешь? У меня нет. Да, да. У меня нет. Да, да, да. У меня нет. Саш, у тебя тоже нет? У меня есть Розе из Блэкпинк. Кто там разговаривает? У кого? Жека Плей, ты на рынок зашёл? Жулик Плей! Дед, а ты что? Так я еду, это фотка из моих времен. Видел. Троллейбусы, как я давно не каталась на троллейбусе. Ты посмотри, это ж вот, у меня в памяти, как вчера. А на деле его как давно было. Да. Я свои детские нашел, вот я тебе говорю, во. 1950-й там? Да, пацаны, 50-й год. Вот тоже. Давай, жулик, иди отдыхай. Экскурсию не хотите, Санечка? Я пойду. Так ты не давай, проводишь экскурсию. Ты не проводишь ее, жулик. Я провожу, вот. Ну ты сегодня не звезда этого стрима, понимаешь? Ахай, ахма, ахи. Че, материшься, что ли? Аха. Ах, все. Ты что, это что ли? Китаец-кореец? Что? Ты китаец-кореец? Ты это на каком языке сейчас? А все, переводи, иди, дед. Господи! На! Держи тушканчик. Это, мне все время попадается вот эта картинка в ТикТоке. Мама, ты будешь меня любить, если я буду тушканчиком? Да-да-да-да. Нравится тушканчиков? Куда он ушел? Что у меня там фигачит под окном? Это все из-за тушканчика. Привет. А, дед, тебе там кто-то привет. Мамочки! Мамочки! Это у кого? Это у меня! Что у тебя там произошло? КамАЗ 5-го этажа упал. Гречка, ты громоотвод в руке держишь? Я еще так испугалась. Это у всех остальных еще эхо пошло через микрофон. Да. Ой, кстати, у меня сейчас тоже дождик собирается, ура! У меня вчера дождь был, кстати. Привет ему передавай, жулик Плей. Да. Жека Плей, от тебя ко мне даже дождик приехал. А ты до сих пор
А ты до сих пор не приехал. Ну сразу видно, матриархат семьи. Ребят, мы знаем, что вы встречаетесь, чё вы? Ну, в данный момент, типа, да, видимся. Мы встретились, да. Да. Тут ты его на стриме целуешь, вот это мама. Все мы знаем, все мы знаем. Что? Так у них еще и матриархат, смотрите. Подождите, вы не встречаетесь, да? Нет, все, хорошо, тогда рассказывайте, все. Вообще без проблем. Они, чат, они, если что, не вместе. Да, и то, что она целует его, это все по-дружески. Это чисто по-дружески. Да, это фотошоп. Да. Мы с Харитом тоже по-дружески все делаем, если. Да, вот у них так же. Я тоже какая-то шутка. Шулик, плей! Привет, Эдуард! Привет! Здорово! Приветик! Дед, включай вебку. Я уже. А, ты уже включил? Я сегодня распутешествуюсь. Опять куда-то лететь будешь? Он нам такое показал, пока тебе тут не было. Вообще песня. Во-первых, всех с первым днем лета! Ура, каникулы! Нет, не ура! Почему это? Почему не ура? Сессии, понимаешь, экзамены. Я сейчас... Да, экзамены, я сейчас еще в художке там фигню всякую сдаю, меня уже тошнит от рисования. Мне, чтобы получить диплом об окончании художки, мне надо ходить на пленэр и рисовать там всякую фигню, цветочки на улице, короче, ой, не могу уже, ужас. А у меня почему я не рисую? Тошнит уже от рисования. У тебя гречка. Блин. А у меня на следующей неделе чуть ли вроде бы два экзамена. Передай мне привет, я надеюсь, смотрю, два, у тебя уже около четвертых лет. Но два мне 14. Точно, потому что мне одна привет пересдача. Привет тебе, Матвей, спасибо огромное. Второй там, блин, химия, блин. Короче, очень плохо все. Смотри, видишь, сколько у нас в Дискорде человека, знаешь, да. Где все? Ашан уехала что-то там шашлычки жарить, Крейт на ВК-фест, Икзанил где-то там вообще. То есть видите, да, сколько человек из команды сейчас в Дискорде, видите, да? Я не считаюсь. Натаха, у которой сейчас экзамен, ну дед, ладно, дед пофиг, дед дома сидит, у деда пенсия. У меня консервирование для ржавых чайников. Ну деда там свои делишки, ой. Ну, гречи экзамены. А может, вебки включим, не? Ну. А, ну? Да, кстати, ой, надо. Ой, да, точно, вебки еще? Надо. Сосиска одна, говоришь? Которая бесполезная, ничего не делает, не учится, экзамены не сдает. Так в смысле у меня экзамены? Когда у тебя экзамены? У меня следующий 3-го, потом еще 6-го и 10-го экзамены. 6-го, а, ну все, жду тебя на записях тогда, сосиска. Ну так, не, ну тогда я не приду на записи вот перед экзаменами этими. Когда свободу. Вот видите, с кем ролики вообще записывать? С шашлыками и хорошим настроением. Дед, это ты? Это я! Ну, дед дает. Это речка сзади или что это? Это озеро. А бутылка что между ногами? Что там в бутылке? Так это вода, чтобы подливать в это. Чтобы сочнее было, ты чё? Точно, да? Водичка. Точно вода. Вот, видишь, прозрачная бутылка. Вода. Ой, а кто пришел? Подожди. Ой, кто это? О, Саша Бум пришел. Алло. Алло, Беннет. Всем привет. Ой. Жека Плей, привет. О, в мерче. А в мерче, да. Посмотрите, в мерче, конечно же. Какие-то, что у меня есть? Офигеть, посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Так он а там чилит на своей... У тебя где? Дед, ну, с твоим бассейном ничего не сравнится. Чё жулик Плей качал? Как... Показывай, давай экскурсию. Он там отдыхает на своей даче, пока мы тут работаем, стримим, донаты читаем, подписчики работают на стрим, приходят, а ты там отдыхаешь, жулик Плей. Меня заставили. Меня бы кто так заставил. Заставили отдыхать. Бедолага ты, жулик Плей. Я тоже так хочу. Хочу, чтобы меня заставляли отдыхать. Да. Да? Да. Поживите. Поживите с моей мамой. Не, спасибо. Ярик, а ты чё без этого сидишь? Я он без ест. Всего. А чё ты без всего? Я ем. Уже поел. Же поел? Уже поел. По жизни я же поел. Чё ел? Доширак. А-а-а, ну едой это не назвать, конечно. Надо будет еще раз перекусить, но ладно. Ждем только тебя тогда, банан. А я тут, я, да. Ты я тут. Мы только из-за тебя здесь собрались, банан. Это смотрите, что мне Наташа дарила, кстати. Вот. О, это же чаки, да, маньяк? Я сейчас покажу, что мне Наташа подарила. Это Хисока. Да, это из Hunter x Hunter. А, гречка, я не видел у тебя плащ.
и ушла. А, она что-то она прям по шинобу фанатеет. Ну да, да. А еще мне даже танжер подарил. Вот, смотрите, это. Ой, какой танжер? Какой танжер? Ой, тьфу ты. Танжер. Я что-то всем, по-моему, дарю конечно. А знаете, что мне Наташа подарила? Сейчас покажу. О, даже я не помню. Леви же ты мне дарила, не? А, и Микасу. И Микасу, да. О, какой, смотри. Да, было, что-то такое было. А вот у меня что есть, смотрите, завидуйте. О, это банан, что ли? О, это банан, реально. Банан, что с тобой? Офигеть, он постригся. Ой. Что с тобой? Я какой? Я, да, всем привет. И Микаса, смотрите-ка. Купи ты экскурсию по моей даче. Вот я просил 10 раз. Давай. Так, смотрите. Только ты не себя показывай, я экскурсию. А, как перевернуть ее? А, вот. О, офигеть, реально. Жека Плей. Жека Плей, сделай сердечко. Так. Ну, руками. Мишка. Все, чат, прощаемся. Еще минус 2 получается. Господи, ходит кусты нам показывать. Жулик, уже иди нафиг со своими кустами. Он не понимает, что нам надо. Жулик, плей сердечко, а не кусты! Да, зачем нам кусты? О, лук! О, сердечко было. Не, давай по-модному вот так вот сейчас сердечки показывают. Саранхе, вот как это вот такие. Кого саранча? Саранхе! Сраный ё! Это я понахватался всяких фанатов BTS. Какой сраный ёж? Что? Сраный ё, это на корейском я люблю тебя. Да я ж не кореец, не кидай! Да, дед, в СССР какой кореец? Пока-пока. Пальчик свой показывает. Любим вас. Я тоже могу. Пальчик с пальчик. Все тыкают Жеку Плей, вы понимаете? Сейчас абсурд. Жулик Плей, пальчик, Жулик Плей, пальчик. Ой-ой-ой, что я вспомнил? Пальчик. А. Куда заходить? Знаешь, кого сейчас от смеха чуть не порвало? Жулик Плей, пальчик не показывает. А куда заходить-то? Ты куда? Что? А я же скинул все. Сейчас Ярик скинет, мы топаем на выживание. Да я уже. Хотите посмотреть еще один дом? Я на своей волне. Жека Плей, это правда, что ты оператор квартирного вопроса? Нет. Нет? Он так стеснительно ответил. Господи. Блин. Все на своей волне. Ну красиво, Жулик Плей, ну кайф вообще. Мишка, что это за коробочка, что? Господи. На пятую точку ими брызнул, да? А потом берем увлажняющую бумагу и наносим на лицо. Мишка. Мне интересно. Дурачок.